больно. Товарищ лейтенант, разрешите доложить? Ну-ну. Можно сказать, первый шаг по московской земле. Вольно. Поздравляю. Спасибо. Ну, шагай. Шагай. Есть! Семенович Степанов, разрешите вас поздравить с прибытием в столицу нашей Родины, город Москву. Разрешите идти? Есть! Донде подрию комер? Здрасте. Hablas el español? Извините, я не здешний. Perdone. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Кедрача. Из Сибири. Ага. Степанов. Да. Петр Семенович. Он отдыхать приехал. Вам забронировано. Спасибо. Простите, а говорить свободных мест нет? Ему отдыхать, а мне работать. Выгладиться, побриться. Да, речь сочинить. Какую? Убедительную. Ой, да у них там молодежная стройка, а там мебели не хватает. Да, только за последнее время 150 свадеб сыграно. А народ все прибывает. А он только первую строчку сочинил. Уважаемый товарищ министр, передаем пламенный молодежный сибирский привет. И все. Молодой человек, я же вам сказала, что завтра в Москве открывается 4 международных симпозиума. Правильно. 7 съездов мировых и европейских. 38 разных спортивных мероприятий. Ну, зайдите вы через 2 часа. Вот послезавтра, через 2 часа, Югославы выезжают. Оставьте вы в покое милиционера. Не ваше дело, с кем я и как разговариваю. Ваше дело номера выдавать. Зачем же вы так грубо с женщиной разговариваете? Вы же не будете так на министра кричать? Нет, откажет. Ну, видите, к нему как на свидание готовитесь. А тут перед вами добрая, отзывчивая женщина. Да? Да. Правильно, товарищ Степанов, спасибо. Мест пока нет. Отдыхай.
Товарищ Степанов, ваши документы. Давайте. Извините. Слушай, да подожди ты. Оформляйся. Тебе нужнее. Считай для Сибири. Спасибо. Но учти, друг, если мебель не достанешь... Товарищ Степанов. Оформляйте его. Ну почему же вы свой номер отдаете? Это не я отдаю, это Степанов. Я бы не отдал. До свидания, спасибо. До свидания. Выселю. Девушка, извините, я понимаю, 7 международных съездов конференций, ну, мировых вы? Европейских. Что вы, что вы? Вам же побриться надо, погладиться, надо. Речь сочинить. Надо. Давайте документы. Желтая пустыня дышит раскаленно, а воды в запасе 2 глотка всего. Но в ответ пустыня слышит удивленно. Мы еще, еще посмотрим, кто кого. Мы еще посмотрим, мы еще посмотрим, мы еще не раз посмотрим, кто кого. Целую неделю ветер каруселит, словно происходит злое колдовство. Как бы ни кружили белые метели, мы еще, еще посмотрим, кто кого. Мы еще посмотрим, мы еще посмотрим, мы еще не раз посмотрим, кто кого. Третий день просохнуть палуба не может, и просвета в небе нет ни одного. Но в открытом море слышится все тоже. Мы еще, еще посмотрим, кто кого. Мы еще посмотрим, мы еще посмотрим, мы еще не раз посмотрим, кто кого. Тихий океан за вас требует. Нам искать покоя в жизни рановато, а бывает трудно. Это ничего. Так держать, ребята! И не раз, ребята! Мы еще, еще посмотрим, кто кого. Мы еще посмотрим, мы еще посмотрим, мы еще не раз посмотрим, кто кого. Здрасте. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Далеко? С классом. Что? С классом. Сделаем плот и по реке. А я вот не понимаю, как можно с Москвой расстаться. Она такая. Всей жизни не хватит, чтобы ее разглядеть. Можно подумать, что вы из Москвы ни разу не уезжали. Вы знаете, даю вам честное слово, что я из Москвы никогда в жизни с самого рождения не уезжал. Даже в отпуск? Даже в отпуск. Я свой отпуск в Москве провожу. Тяжелый ты какой. Что там, камни, что ли? Вы что, не знаете, что в вашем чемодане? Да это не мой чемодан. И ключей нет. О! Сейчас. Дело знакомое. О!
Угу. Так хотел в Москву. А поесть-то нечего. Ну, ничего. Товарищ милиционер! Товарищ милиционер! Скажите, пожалуйста, как проехать до Сивцева Вражка? Я не здешний. Извините. А вам что, трудно было ответить? На метро до площади Нагина, а там троллейбусом 31-м. Да откуда же я знал-то? Ну вот, ушел. Вы бы сами подсказали. А вы все знаете. Я вас насквозь вижу. Простите, пожалуйста, где здесь? Я сам не знаю. Не здешний. А говорят, милиция все знает. Трудно было сказать, что вон за тем фонарем. Товарищ милиционер! Товарищ милиционер! Товарищ милиционер! Товарищ милиционер! Рассудите нас, я считаю, что я не прав. Нет, ты прав. Да не прав я. А я тебе говорю, ты прав. А я... А не мог сказать, где? А, да мы... ладно, беги, понимаю. Беги, беги. Хороший человек. Гражданин! 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 Ваши документы. Пожалуйста. Степанов Петр Семенович, 18-го года рождения, 56 лет. Ой, это не мой. Вот мой. О. Прошу со мной. Да что вы? Не надо. Это я его поймала. Он мне сразу не понравился. Ваше? Нет. Значит, все это не твое? Не мое. А говорили, что форма ваша? Ой, форма моя. Виноват. А вот все остальное лейтенанта Кедрача Степанова. Лейтенанта Степанова из Кедрача. Это мы уже слышали. Ну хорошо, еще раз. Где живет ваш Степанов из Кедрача? В Кедраче. В Сибири. Понятно? Понимаем. Далеко забрались? Еще бы недалеко. Больше суток добирался. Куда? В Москву. Понятно, здесь народу больше. Что это у вас? Где? Ну-ка, повернитесь. Снимите пиджак. А что у меня там за... Одевайтесь. Я же говорю, это...
не мой костюм. Адреса? Какие адреса? У меня здесь никого нет. Есть. Не признаете? Руденко, ВП, все в порядке. Это кто? Я не знаю. Меня просили зайти. Гражданин Федотов Степанов, перестаньте играть в прятки, нам все известно. Все? Все. Скажите, пожалуйста, как доехать до улицы Сивцев-Вражек? Очень просто. На этом. На метро до площади Нагина, а оттуда на 31-м троллейбусе. А еще москвич. О, а говорил не здешний, Москвы не знает. Гражданин Федотов Степанов. Да не Степанов я, ну товарищ младший лейтенант. Простите, я Федотов, понимаете, вместо Степанова. Ну он меня заставил. Что заставил? Цель, задача. Да лицо посмотреть. Он так мечтал, никогда здесь не был. Ой, уезжайте, Петр Семенович. Наградили поездкой. На 3 дня, не считая дороги. А почему же он не поехал? Да потому что я молодой, вспыльчивый, горячий. На меня положиться нельзя. А в районе нас двое, Степанов да я. Какой вы самокритичный. Это не я говорю, Степанов так говорит. Ну, наверное, правильно. Ну, вот потому что у него всегда все правильно, он и не попал в Москву. Ну, правда, тут я тоже промашку одну дал. О, да. Знаешь что, побывай на 121-м километре, давно не бывал. Ты чего улыбаешься-то? Только сегодня оттуда. Молодец. Хвалю за инициативу. Рад стараться, товарищ старший лейтенант. Ну, как там? Спокойно? Спокойно. Спокойно. Что правда? Правда-то что? Вы Николай Попов знаете? Знаю. Ну, пропал куда-то. Как пропал? Обиделся на повариху за плохую готовку. Ну и ночью пищеблок бульдозером подвинул. Как это подвинул? Ну, в сторону. А сам куда-то с перепугу в тайгу подался. Ну, искать кто-нибудь пошел? Ну, как же, ребята разозлились, голодные все. Пошли искать. Ну, правда, второй день ни их, ни его нет. Почему сразу не доложил? Сейчас займусь прям... Стой! Стой же! Послушай, знаешь что? Поезжай-ка ты за меня в Москву, а? Да вы что? Вас же наградили. Ну, не пропадать же билету. Здесь и билет... Нет, вот он. Здесь и билет, и командировка, и обратный билет. Да вы же ни разу в Москве не были. И главная инструкция. Все. Рядовой Федотов, ко мне! Направо! Самолет, марш! Петр Семенович, что вы делаете? Нет-нет. Но мне же не трудно. Это у нас гость. Ну... И какой гость? Прошу. Иван Тимофеевич. А, чемоданчик, Ванюш. Вот с такой сиреной мы на задание ездим. Здравствуйте, разговорчики. Здравствуйте. Что ж вы нашего товарища не устроили? Да я сам. Разговорчики. Человек, понимаете, чуть ли не из Сибири приехал. Из Сибири, а вы его на улицу. Да не так все было. Рядовой Степанов. Какого товарища? Ну, как какого? Степанова. Федотова. Ну, Федотова за Степанова мы его сразу тоже не признали. А. Здравствуйте. Здравствуйте.
Так он же сам отказался. Да я говорил. Видите, человек скромный, интеллигентный, а вы рады, что вежливый человек попался, а? Ну что вы, что вы. Ведь первый раз в Москве, кроме улицы Сивцев-Ражек, ничего не знаешь? Нет. Видите? Пожалуйста. Вот и все. Спасибо. Не стоит. Спасибо. Ну уж теперь я сам... Нет, до лифта, до лифта. Ну, заходи к нам по старой памяти. По новой. Если нужно куда билеты, там, в Большой театр или в театр киноактера, да ты не волнуйся, не волнуйся, звони. Спасибо. Ну, а ко мне прямо заходи, без звонка. Обязательно. Только я на два дня не знаю. Обижаешься. Да нет, ну что вы, я хоть любое время. А что? Ну, вот давай сейчас, а то я тебе не верю. Сейчас? Да ночь же, неудобно. Обижаешься. Да нет. Ну, честное слово. Ну, пожалуйста. Алло? Маша? Сигнал боевой тревоги. Выезжаю сейчас с товарищем. Приказываю трубить ужин. Ну, хорошо, хорошо, завтрак. Отбой играет. Ну, хорошо, хорошо, Машутка. Спокойной ночи. Угу. Боевая подруга. Я же говорил. Ну, я тоже пошел спать. Угу. Обижаешься. Ну что вы? Я же все понимаю. Слушай, он же тебе дал целый список поручений, чего посмотреть. Ведь 72 памятника только людям прошлого. А ведь у тебя времени-то в обрез. Ну, успею как-нибудь. Все, Москва ждет. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва. Ребята, не Москва ль за нами? Умрем же под Москвой! Москва – столица моя! Москва. Хорошо, но это же не Толстой. Наташа, Наташа, какая прелесть эта Наташа. Соня, вот так вот раскинешь руки и летишь, 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 а? Летим, летим. А куда летим-то? Да, слушаю. Есть. Есть. Работа. Ты уж меня извини. Ничего, ничего. Захватить не могу, не по пути. Тут, правда, далеко, но ты дойдешь. Ни пуха, ни пера. Черт. Пока. Есть в моей жизни город, на друга похожий, город отнять который разлука не может. Пусть остался ты за горизонтом где-то, все равно нам вместе колесить по свету. Каждый раз со мной ты уезжаешь в город, в самые далекие места.
давно нам вместе колесить по свету. Всюду надо мной плывут твои рассветы. Ты не просто город, о котором помню. Ты не просто город, а Москва. Не дотянуться взглядом за реки, за горы, но все равно ты рядом, ты в сердце мой город. Пусть остался ты за горизонтом где-то, все равно нам вместе колесить по свету. Каждый раз со мной ты уезжаешь в город, в самые далекие места. Все равно нам вместе колесить по свету. Всюду надо мной плывут твои рассветы. Ты не просто город, о котором помню. Ты не просто город, а Москва. Остался ты за горизонтом где-то, все равно нам вместе колесить по свету. Каждый раз со мной ты уезжаешь в город, в самые далекие места. Все равно нам вместе колесить по свету. Всюду надо мной плывут твои рассветы. Ты не просто город, о котором помню. Ты не просто город, а Москва. Здравствуйте. Здорово. Разрешите мне немного половить? А здесь не ловится. Да мне не важно, мне только подержать. Приеду в Сибирь, похвастаюсь. Ну, что рыбу ловил в Москварике. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ой, простите, извините, пожалуйста. До свидания.
Есть в моей жизни город на друга похожий, город отнять, который разлука не может. Пусть остался ты за горизонтом где-то, все равно нам вместе колесить по свету. Каждый раз со мной ты уезжаешь в город, в самые далекие места. Все равно нам вместе колесить по свету. Всюду надо мной плывут твои рассветы. Ты не просто город, о котором помню. Ты не просто город, а Москва. Откуда ветром? Из Китрача, из Сибири. Земляк мой, из Сибири, слушай, я сам из-под Ангарска. Земляк, земляк, нет, тебя сам Бог послал. Помоги мне, я жениться приехал, сейчас невеста придет. Побудь с нами чуток, может, она мне не пара. Ну, что ты спишь, когда с тобой разговаривают? Ну, а что со мной разговаривают, когда я сплю? Что, тебе трудно помочь? Земляк, извини, я очень спать хочу. Ты не сибиряк. Равнодушный ты. Сухой ты. Черствый. Эгоист. А эгоистам не место в нашем обществе. Сердце твое не беспокойное, не горячее. Вот ты мне скажи, ты сегодня всю ночь спал? Нет. Ну, тогда ты меня поймешь. Я о ней думал. А ты думаешь только о себе. Я не могу без нее жить. Леной зовут. Посмотри. Посоветуемся. Ну куда ты раньше-то смотрел? На нее смотрел. Глаз не сводил. Только год не видел. Может быть, за это время она резко деформировалась. И характер, возможно, изменился. Ну ладно, черт с тобой. Но только на одну минуту. Я только на 2 дня, у меня дел полно. Я спать хочу. Ай, спасибо, друг! Гуми купил. Чего только не сделаешь ради любимой. Костюмчик для молодого человека, спешащего на свидание. Новинка осенне-зимнего, весенне-летнего сезонов. Костюмчик не мнется, не снимается и никогда не стирается. Сам убил, к ногам брошу. 3 минуты осталось. А ты не одет! Ну, уже 2 минуты осталось до свидания. Одевайся, одевайся. Слушай, а может, неудобно, а? Но ты мой друг. А ее друзья, мои друзья, мои друзья, твои друзья. А может, она будет против, а? Слушай, что тебя тянет? Похоже на женские. Да мужские что ты? Наоборот. Да что ты меня напутал? Я сам лучше надену. Слушай, земля, а может, неудобно, а? Слушай, ну не подхожу я для такого дела. Земля. 1 минута!
новые французские. Какой размер? 43-й. Вот этого я не люблю. К невесте идем. Земляк, я тебя прошу, я серьезно говорю. Ну! Ты что, нервничаешь? А что, заметно? Еще бы, я сам как на иголках. Ведь как ты скажешь, так и будет. Ну, а если я ошибусь? Ты что, две судьбы сломаешь? Кстати, как тебя зовут? Федотов Иван Тимофеевич. Имя Герман, фамилия Коробков. Отчество? Отчество не заслужил. Ого! Это что, она? Слушай, может, ты сама? Что мы с тобой договорились? Иди быстро! Ваня! Здравствуйте, поздравляю. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Это не она! Извините, пожалуйста. Ради бога. Не, ну... За такие шутки? Ну, извини, спутал. Год не видел. Вот. Вот, оказывается, бабник. Давно женат? Я совсем не женат. Счастливый, а я женюсь. Ну а зачем мы тогда пришли? Ты что, в любовь не веришь? Циник ты все-таки, Ваня. Она. Ой! Сибирский медведь у твоих ног. Вот. Я сам убил. Три пломбира. Моя дорогая, любимая, ненаглядная. Неповторимая моя. Все такой же, как год назад. Рекомендуем. Иван Тимофеевич Федотов, друг Дон Жуана отчаянный. И вовсе нет. Скромничает. Да нет. Значит, не скромничает. Ты сам знаешь, какой он у меня нахальный. Да не нахальный я. Елена прекрасная. Как приехала прошлый год на экскурсию на повал. Покорила морозоустойчивое сердце сибиряка, потомка Ермака. Да чего ж я без тебя одинок? Люди же, ну. А я... А они вам завидуют. Вот гляньте, как вон тот во все глаза на вас смотрит. Если в хрониках порыться, есть печальный там рассказ. Жил на свете юный рыцарь, был в походах он не раз. На прекрасных сарацинок юный рыцарь не глядел. Был застенчив, словно инок, и под панцирем худел. И под панцирем худел. Не снимал стальные латы он ни ночью и ни днем, но висели эти латы, как на вешалке на нем. Он в сражениях был отважен, но погиб не от меча, а растаял, прямо скажем, как от пламени свеча, как от пламени свеча. Ла-ла. Ла-л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 а
был в пустыне похоронен он под звуки медных труб. Как известно нам из хроник, был тот рыцарь однолюб. Древние хроники внимаем мы с волнением в крови, потому что понимаем, что сгорел он от любви. Что сгорел он от любви. Короче, на первых порах будем жить у тебя. У вас ведь три комнаты. У меня для тебя подарок. Не, погоди, конечно, я не могу без Сибири, без мороза. Да, никакой сибиряк не может без мороза. Читал Джек Лондона, плюнешь, и ледышка на снег падает. А какой край? А графена бросила ведро в колодец, а вместо воды нефть, а? А Петрович пошел доить корову, а в камне, да в камне, в котором он сидел, 100 лет сидел, все таблицы Менделеева. А охота! А рыбалка! А кедры! А конкары! А комары! Я же мечтала давно. Я же в руках ни удочки, ни ружья не держала. Ну, наш человек. Что делать? Может, ко мне переедем? Правильно. Ты помолчи. Ладно, согласен. Москва так Москва. Чувству не прикажешь. У меня для тебя сюрприз. У нас с техниками распределение было. Я Сибирь выбрала. Молодец! Вот это сюрприз. Значит, Москва мимо, прощает трехкомнатная квартира? Да. Не советую. Трудно будет. Да что ты, мне так хочется с трудностей начать. Помогут, обживетесь, всем поначалу трудно бывает. Да что ты вечно вмешиваешься? Знаешь, мне Байкал даже по ночам снится. Высох твой Байкал, обмелел. Как обмелел? А вот так по щиколотку. А медведя я в магазине купил. Военторг, шкура медвежья декоративная из кроличьих шкурок, второй сорт. А когти пластмассовые. Тебе все шутки? А вопрос поставлен серьезно о трехкомнатной квартире московской. Ваня, рассуди. Может, рано подождать? Ведь как ты скажешь, так и будет. Поздравляю счастливых. Коля, если сейчас что-нибудь произойдет, я твоей маме скажу. Лена, я как твой старый школьный товарищ безумно рад, что ты выходишь замуж за этого плохого человека, нахала и грубияна. Гражданин, не скандальте. Не надо, Ваня, я плохой. А ты, Коля, ставь точки над «и». Сейчас поставлю. Поставьте. Поставлю. Ну, поставь. Поставлю. Коля, я отведу тебя домой. Понятно, Коля, руби правду матку в глаза, руби концы. Хорошо. Ваня, 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 сядь, 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 я тебя прошу. Я получу по заслугам, Ваня. Так, я, так мне и надо, Ваня, я получу по заслугам. Молодец, Коля. Пойдем. Ну, я пошел. Да куда сейчас другая придет? Отпусти эту штуку. С меня хватит. Моя дорогая, любимая, не нагы. Сибирский медведь у твоих ног. Девушка, это кролик. Ух. Ну что, Петр Семенович? А вы говорите, всем помогать. Поставили меня в дурацкое положение. Ну все. Никаких. Structure. This is general history. No.
А как называется, знаете? Иван. Ага. Иван Великий. Молодец. Шедевр. Шедевр. Иван. Здорово, тезка. Адрес помню. Верно, 17, квартира. 92 или 36? 75. Лечу. На крыльях. Ага. Ля-ля-ля-ля. Очередная неповторимая? Последняя. Первая. Любовь. Я сейчас милицию позову. Ты что, милиционер? Ваши документы? Ты что, милиционер? Ой, какая шапочка. Ну, дай померить. О, верю. Ваши документы, гражданин. Нехорошо будущую семью разрушать. Там меня ждут. Откройте дверь. Документы. Да в конце концов, нет такого закона, чтобы запрещал в любви признаваться хоть сотни в день. Не женат. И нет на меня управы, если на то пошло. Ну-ка, откройте дверь. Откройте дверь. Пожалуйста. Откройте дверь. Прошу. Почему? А вы мне сегодня все равно попадетесь. А я ничего не нарушу. Нарушишь. Ах, мурял. Я ведь не посмотрю, что ты в милицейской форме. Я тебя так накостыляю. Не возражаю. Почему? 15 суток. Не меньше. А что делать? Ну, давай телевизор посмотрим. В шашки поиграем. Хочешь ты белыми? Да иди ты-то со своими шашками. Куда? Не скажу.
Пожалуйста, гражданин, поднимите спичку и опустите ее, пожалуйста, в урну. Не подниму. Ваши документы. Я же тебе показывал. Ваши документы, гражданин. Ты знаешь, я в номере забыл. Придется вернуться. Кончай Ваньку валять, мне некогда. В таком случае пройдемте. Проходите, проходите. Товарищ лейтенант. Одну минуточку. В чем дело? Товарищ лейтенант, вот воспитываю. Недостойно себя ведет. Я только спичку бросил, а он лезет. А почему так грубо разговариваете? Он лезет. Новенький у нас. Первый день в Москве. Продолжайте. Гражданин, пожалуйста, поднимите мусор и опустите его в урну. Все? Идите, не нарушайте, стыдно. Разрешите? Спасибо. Будет летчиком. Степочка, ты жив? Степочка. Благодарю вас. Пожалуйста. Нехороший. А ты не теряешься. Товарищ милиционер, помогли бы бабушке? А, внучка. Ой, батюшки, какое движение развелось! Ой, цепляй! Ой, ой, не гони, не гони, внучек! Браво! Жми, жми! Я спешу к девушке. Ой, сошел с дистанции. Послушай, меня мой внук себе не берет, одна я. Я ходила в дом престарелых, там хорошо. Парк, кругом однолетки и диета. А меня к себе не берут. Ни этого я района. Бабушка, я вам объясняю, я не москвич. Ваш чемоданчик. Будь здоров. Приезжай в Сибирь. Ну, стой. Бабушка. Ну, похлопочи. Ну, отпустите, я не убегу. Ну, вот, отпустила. У меня в одном отделении есть знакомые. Ну, ну. Они, может, помогут? Непременно помогут, раз знакомые есть. Знакомые всегда помогают. Только ты, чур, я буду говорить. А ты только кивай. Надо, надо, мол, помочь. Идет? Здравствуйте. Почему нарушаете? Судьба. Судьба. Вот и внучек ходатайствует. Вот тяна. А говорил, что в Москве никого нет. Оказывается, у тебя бабушка. А, так это в Москве нет. А я у него в Бирилёво, да. Я в Бирилёво у него, а ты кивай, кивай, внучек. Товарищ младший лейтенант, пожалуйста, помогите бабушке. Я вас очень прошу. Ну, вы довольны? А как же? Стыдно, Федотов, бабушку сплавлять. Я не бревно, чтобы меня сплавлять. Бабушка, я не про вас. А вот она и внуки, как бревна бесчувственные. Товарищ младший лейтенант, вы нас не поняли. Я не внук его, все на мне не бабушка. Как не внук? Что, бабушка? Как не внук? Ну, баб... От родной бабушки отказывается. Бабушка, отойдите, Федотов. Садитесь, бабушка. Не плачьте. Не плачьте, бабушка, успокойтесь. Мы вас в обиду не дадим. Вот водичка. Ну, товарищ лейтенант! Замолчите, Федотов! Бабушка плачет. Да. Поможем вам. Позвоним в райсобес. Вот это правильно. Я вижу, это получше, чем у такого внука жить. Правильно, правильно, товарищ начальник, правильно. А что же он вас, бабушка, к себе-то не возьмет? Климат у них плохой. Бывает. Да не климат, а люди бывают плохие.
Нет, не надо, он у меня хороший. Он каждым праздником мне телеграммы присылает. Ну, а деньги? Деньги он присылает? А он милиционер начинающий. Где ж ему взять? Вот как чин получит, так и будет присылать. Ну, бабушка! Он пришлет. Вот видишь, Федотов, какая у тебя бабушка хорошая. А ты не ценишь. Я уж не бабушка, а теперь прабабушка. Семья у него большая, трое детей. Что? Сколько? Трое. Сколько тебе лет, Федотов? Да 20! Ну и ну. Чего ж вы удивляетесь, это очень просто бывает. У него трое не родилось. Об этом в газете писали, начальники приезжали, подарки дарили. В газете-то вы не читали? Читала что-то. Ну все, я больше не могу. Бабушка, говорите все, что угодно, валите все на меня, лишь бы вам было хорошо. А вот вам, Федотов, будет плохо. Ваше место работы нам известно. Идите. Ушел. Пиши. Пиши мне скорее, а то уйдет. Уйдет, я ж его знаю. Он дюжа обидчивый. Ой, Ваня. Бабушка, вот здесь все написано. Где и куда. Спасибо. Наташа, Наташа, какая прелесть, эх ты! Товарищ рядовой. Виноват. Да ты не огорчайся. Мы-то знаем, что ты хороший человек. Ну? Ну, все. Не все. Не все. Начал внучек. Выручай до конца. Ну, что вам нужно-то, бабушка? А ты на бабушку не кричи. Ишь, как комода взял, на бабушку кричать, на родную бабушку. И перед людьми стыдно. И мне стыдно. Да я сейчас не про тебя. Тобой разберутся, у нас любят разбираться. И ты не огорчайся, твоему начальнику все напишут. Спасибо, утешили. Ой, это тебе спасибо, выручил. Выручай до конца, а? У меня завтра рождение, а мой внук ко мне не ездит. Он ни разу в жизни не был. Приезжай, побудь за него, а? Никогда. Мне еще и этого не хватало. Угу, правильно. Здесь тебе в милиции что сказали? Неуважительный ты. Ну, бабушка, до свидания. Ну, ну хоть на часок, а? А? Станция Бирюлёва, второй дом от угла. Не поеду я. Кто у тебя начальник? Неважно. Как это не важно? Для родной бабушки все важно. Кто у тебя начальник? Говори. Генерал Дудкин. Вот. Вернешься, тебя спросит генерал Дудкин. Как ты себя в Москве вел? Что ты на это скажешь? Бабушке в пустяке не помог. Я тебе только соседей покажу, и с Богом. Бабушка, да. Родненькая, ну, почему я-то? Ну, смотрите, сколько хороших милиционеров. Где? Вон он сидит. Да где? Не, ты лучше. Ушел. И ты милиционер. А что ж в прошлом году у нас без формы была? Я же отдыхала, как и все туристы. А что, мне не идет? Хорошо. Хорошо.
когда в семье свой милиционер. Ты извини, я опоздал. Авария, милиция, сама понимаешь. А он что, за тобой? Первый раз вижу. Эх ты, земляк. Ну, Герка, Коробков. От лучшего друга отказываешься, а? Нет. Да. Вспомнил. Мы в следующий раз зайдем. Нет. Сейчас. Нет, следующий. Ну, заходи. Следующий. Не стесняйся. Ну, смелее. Не предавай. Будь мужчиной. Он хочет сказать, что он весь год о ней думал. Да, Гер? На... А, забыл. И ночами не спал. Правда, Герман Николаевич? Спасибо. О, у вас и пианино есть. Это вы играете. А, Оля, а не могли бы мы... попросить Олю что-нибудь сыграть, а? В другой раз. Ну почему? Пожалуйста. Сыграй, пожалуйста. Ты говоришь мне о любви, разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только сразу это не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка,
еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою, придет как ливень, как метель, все заслонив вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Оля, у вас три комнаты? Две. Две? Надо посмотреть. Не надо, он шутит. Не надо. Надо. Извините. Да. Странный у твоего приятеля дружок. Да. Тесновато у вас. Да и обстановки маловато. Да, Гер? Так, а что здесь у вас, посмотрим? О, у вас и лоджия есть. Будешь спать в лоджии, как римский сенатор. Он у нас закаленный. Мороз ему нипочем. Вы большой начальник? Папа у нас мастер. И вся его бригада на доске почета. Ну, ничего. Иной мастер не меньше министра получает. Я... Папа. Привел. Друга. Я сам пришел. Не нравится? Можете... Правильно. Уходи, а? Нет уж. Я не уйду. Вообще-то я в лесной институт хочу. На факультет древонасаждений. По специальности. Мой профиль. Это благородно. И мои родители тоже так считают. Они меня тоже сеют. Только рожь да пшеница. Это у нас потомственное. У нас тоже благородная профессия. Людей от разных вредителей защищать. Правда, товарищ лейтенант? Да. Я вот, кстати, сегодня одного внука воспитывала. Представляете, бабушку бросил. Да не бросил он. А что, он знает? Знает, он знает. Тоже мне нашли преступника. А вам приходилось задерживать настоящих преступников. Ну, не задерживал. Но вот сегодня, кстати, мог задержать одного. Такой негодяй. Негодяй, врун, охмуряло. Подумаешь. Спичку мимо урны бросил. Гера, ты видел? Видел он, видел. Давайте чай пить. Папа, убери, пожалуйста. Ну, пойдем, я тебе расскажу такую штуку.
знаете, там делали. И думал, думал. Они прям летели, Папа, а когда мы в прошлом году к ним в Сибирь ездили, ну, помнишь, заводскими туристами, нас так встречали? Можно я вам помогу? Нет, нет, что вы. Вы наш гость, муж, сами. Вы лучше своей бабушке помогите. Это не моя, это бабушка. А это вы своей бабушке расскажите. А лед на Байкале такой прозрачный, ни одной крупинки, даже страшно. Вы ты по воде идешь. А хариусов? Вы видели хариусов? Это такая рыба пятнистая, как олень. Разрешите? Спасибо. Что? Ничего. Хочется синих-синих волн, хочется плыть по ним подальше. Рано или поздно не будет в мире войн, но лучше все-таки, если бы пораньше. Все-таки, если бы пораньше, хочется белых облаков, хочется жить с людьми по правде. Рано или поздно не будет дураков, но лучше все-таки, если бы пораньше. Хочется голубых лугов, хочется стать быстрей постарше. Рано или поздно приходит к нам любовь, но лучше все-таки, если бы пораньше. Рано или поздно приходит к нам любовь, но лучше все-таки, если бы пораньше. Хочется малость поумнеть, хочется сделать бы побольше. Рано или поздно придется помереть, но лучше все-таки, если бы попозже. Но лучше все-таки, если бы попозже. Дорогой папа, простите, я не знаю, как вас зовут. Андрей Петрович, а дочь Оля? Дорогая Оля, извините меня. Я ругал вашу квартиру совсем по другой причине. Вы мне очень понравились. Вы хорошие люди. Я боялся испортить вам настроение. Но я должен сказать, потому что я
не могу молчать. Этот человек, жених этот, короче, я знаю, зачем сюда пришел этот жених. И не верю ему. Имеешь на это полное право. Папа, Оленька, я сегодня сделал предложение двум твоим подругам, Лень и Вере. Ты ведь ввязался за мной, чтобы это мне сказать? Да. Ну что ж, я сам сказал. Я честный. Подожди, как Лене и Вере? Ну ладно, хватит шутить. Подтверди. Точно. Лене и Вере. Дальше. Я хотел остаться в Москве. Прописка. Квартира. То. Все? Нет, не верю. Подтверди. Точно. Но у меня ничего не вышло. То есть я их не люблю. Но это... Это что? Правда? Правда? Да, кто меня с бабушкой познакомил? Да я только хотел от него избавиться. Она на улице проходила, я его ему исплавил. Вот. А при чем здесь бабушка? Вы решаете, что со мной делать? Уходи. Пойдем. А вы сидите. Вы хороший человек. Извините. Замок у вас не работает. Замок, замок. Сколько раз говорил купить новый замок? Никого выгнать невозможно по-человечески. Сиди. А, здрасте. Где ты шляешься? Ах, у всех любовь. Всем некогда. У тебя сестра, у нее жених. Замок не работает. Пойди скажи, что работает. Держись. Извините. Я понимаю, это глупо. Но я завтра уезжаю. Совсем. Не могли бы вы мне показать Москву? Я не успею. Только полдня на справке уходит. Виноват. Разрешите идти? Есть. Куда пора? Что тебе надо? Ты видел музей Пушкина? Скульптор Роден. Мыслитель. Ну, видел. Сидит, задумавшись, голый.
потому что ему ничего не надо. И думает о всем человечестве. А мне нужно много, потому что я думаю только о себе. Ну и что? А то, спасибо тебе, опять ты меня выручил. Ну, пускай ты лучше меня. Ну, что ж это получается? Увидела тебя Оля, и меня больше нет. Ну, пускай будешь ты, а придет еще лучше тебя. Тебя не будет, потому что хорошему нет конца. Слушай, отстань ты от меня. Я с тобой о жизни мыслю, а ты... Я сегодня в Сибирь улетаю, домой. Ну, скатертью дорожка. А я-то тебе хотел сказать, что ты на меня положительное влияние оказал. А теперь скажу тебе по-честному, век бы тебя не видеть. Ну, а мне бы тебя вообще... Да... Костюм можешь взять себе, дарю. А мне зачем? Такие смеяться будут. Да, фотокарточку-то не забудь, мыслитель. Пойдите! Да глухие, что ли? Открыто же говорю, входите! Ой! Простите, пожалуйста. Заходите! Заходите, я сейчас! Я... Здравствуйте. Здрасте. Я одну секундочку. Вы просили меня Москву показать. Я не стала бы этого делать после вчерашнего. Но я человек долга. И вообще, я пришла к вам, потому что вы решили спасти меня, совершенно незнакомого вам человека, от вашего лучшего друга. Вы готовы? Всегда, всегда готов! Еще вчера сговорились. А вам какое дело? Ты же не любишь. Теперь люблю. Ты на меня положительно повлиял. С моим одеколоном и к моей невесте идешь. Вот вернешься свой кедрач и спросит тебя Степанов. Ну, как ты вместо меня Москву съездил? И что ты скажешь? Невесту земляка отбил. В конце концов, нет такого закона, по которому запрещалось бы чужих невест отбивать. И нет на меня управы, если на то пошло. Я готов. Тили-тили тесто, жених и невеста. Есть в моей жизни город, на друга похожий, город отнять который разлука не может. Пусть остался ты за горизонтом где-то, все равно нам вместе колесить по свету. Каждый раз со мной ты уезжаешь в город, в самые далекие места. Все равно нам вместе колесить по свету, всюду надо мной плывут твои рассветы. Ты не просто город, о котором помню, ты не просто город, а Москва.
тили-тили тесто, два сапога пара. Ну, еще раз. Молодец, еще раз. Еще раз. Ну, что дальше? А дальше? Одну секундочку. А дальше Петр Семенович Степанов очень хотел покататься в зоопарке на пони. Ну-ка дай. Да тут не разборчиво. Разберемся. А по-моему, он хотел найти Руденко. Да где же его? ВП. Все в порядке. Где же его искать? И потом, зачем искать, если все в порядке? А может, он не знает. Что не знает? Что все в порядке. У меня же сегодня последний день. Вперед. Ну, с какого Руденко начнем? С любого. У меня идея. А что, если каждому отправить открытку и написать? Все в порядке. Значит, двое других получат открытку «Все в порядке», а у них что-нибудь плохо. Зачем же их обманывать? Ну, у меня же последний день, Оля. Ваня. Слушаюсь. Здравствуйте. Виноват. Руденко ВП здесь живет? Я Руденко ВП, прошу вас, проходите, пожалуйста. Чем обязан? Степанов просил вам передать. Все в порядке. Все в порядке. Ура! Мальчик! 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 Мальчик родился! У меня сын родился! Дорогуша, ты моя! Сын родился, мальчик! Поздравляю! Мальчик! Поздравляю! Спасибо! Что же вы стоите? Проходите! Ура! У меня сын родился! Мальчик! У меня сын! Вас отец слушает! Поздравьте меня! Как затем вы звоните? А кто это? Доктор Степанов? Здрасте, доктор Степанов, спасибо. Да, а я знаю. Знаю, что мальчик. А мне милиционер сказал. Вот как теперь у нас милиция работает. Да, 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 лечу, доктор Степанов, спасибо вам. До свидания. Ну, проходите, ребят, ну что же вы стоите-то? Да проходите, садитесь. Садитесь. Спасибо. Мы вас тоже поздравляем. От всей души. Мы очень рады, что мы не ошиблись. А ведь мы шли совсем к другому Руденко, совсем от другого Степанова. Да, прекрасная ошибка. Вы мне первые принесли эту весть, сидите здесь, вернусь, отметим. Ой, мы спешим. У нас дела. Вы теперь самые дорогие люди для меня на земле, чувствуете себя как дома. Но вы не имеете права нас задерживать. Имею. У меня сын родился. Попались. Что, закрыл он, что ли? Ку-ку. Может, подтолкнуть плечом? Ну, неудобно. В чужой квартире дверь вам. Все же удивительное совпадение. Да? И Руденко, и ВП,
и Степанов. И все в порядке. И все в порядке. А что ж делать? Не знаю. На нашего пастуха. Еремей похож. Тоже на дудке играет. Доктору физико-математических наук Руденко В.П. Это вот этот парень доктор? Рыцарь бесконечно малых величин от бесконечно большого числа друзей. Ну вот когда он это все написал? Ну, я за эти два дня столько удивительных людей встретил. На всю жизнь. Да, столица. А мы ведь так целый день можем просидеть. Ну и что? А мне здесь нравится. Ой. А тебе нет? А вдруг у него трагедия? У кого трагедия? У настоящего Руденко. У него вдруг да вдруг, а у меня уже давно трагедия. Со вчерашнего дня. Какая трагедия? Ну, не сердись. Хочешь, я тебя развеселю? Садись. Я в армии такие номера откалывал. Он говорил мне, а будь ты моею, и стану жить я страстью сгораю. А прелесть улыбки, а нега во взоре, а мне обещали радость раю. Веселую? Вдоль по улице метелица метет, за метелицей моя миленькая идет. А ты постой, постой, ой, красавица моя, это заболено глядеться, пусть это тебя. А могу? Могу продекламировать? Ой. Ой. Спокойно. Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось! Оленька, милая, ну ты для меня самый удивительный человек! Нет, я не хочу об этом говорить. Ну почему? Ну я ведь сегодня уезжаю. Я запрещаю вам говорить на эту тему. Ну ведь мне больше такого случая не представится, Оленька! Так вот и сейчас он вам не представится. Папа, приезжай. Не паникуй. Меня заперли в чужой квартире. Кто? Приезжай, расскажу. Улица Костякова, дом 6, квартира 2. Пожалуйста, так даже лучше. La 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 la.
чаю. Не хотите? Ах, это опять вы. Кто же еще? Кроме меня никого нет. Прошу. Ну, ладно. Спасибо. На здоровье. Я положил 15 ложек, там больше не было. Достаточно? Ой. Кто? А вы кто? Папа! Здравствуйте! Я тут! А он кто? Я прошу руки вашей дочери! Ты что? Что? Я прошу руки вашей дочери! Пап, ты его не слушай! Пап, слушай меня! А вы кто такой? Я ваш вчерашний гость. Меня Оленька еще выгнала. Подожди. Папа, нас тут заперли! Вы откройте дверь, а то я взломаю сейчас ее! Да я не могу. Почему? Пап, он правда не может. Почему? Я ее люблю. Товарищ Федотов, я вам приказываю замолчать. Товарищ лейтенант, прошу не пользоваться своим служебным положением. Я без нее жить не могу! Папа, я против! Я... Перестань! Ты папу только путаешь. А, вы, наверное, ее папа. Папа. Поздравляю вас. Чем? Вы сегодня стали дедушкой. А, понятно. Внучок у меня или внучка? Внук. Хорошо. 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 А он ее любит. Кто? Любит. 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 Прости, ты правда против? Конечно, против. Извините, Оля, я глупо пошутил. Товарищи, бригада, сегодня за 2 минуты до конца смены мы прошли отметку 1975 года. С новым рабочим годом! Ура! Ура! Вот и все в порядке. Ой, забыл. Все, готово! Ура! Молодец! Полгода держался. Вот поэтому Новый год летом и встречаем. За все время ни разу не сказал. Виноват. Это Степанов меня развал. Мы с Петькой воевали вместе. Молодец, что разыскал. Как-то лежим мы с ним в медсанбате. И вдруг я слышу, как, мол, ты? А я еле-еле и говорю, все, мол... Ну, понимаю. И вдруг в это время снарядом... Чик! Крышу медсанбата так и срезала. Чистенько, как под бритву. И Степанов взмолился. С тобой, говорит, суеверный станешь. Вот и прилепил мне это прозвище. Все.
Ну, понимаю. Понятно. Ну, будь здоров. С Новым годом. Товарищи, кто здесь Руденко ВП? Василий Петрович Руденко, это я. Просим вас к нашему новогоднему столу. Просим. Просим. Проходите. Пожалуйста, проходите. Вот сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне поручено передать вам, что все... Все ясно, понятно, мы уже знаем. Большое спасибо. Музыка! Кавалеры приглашают дам! Хотим сказать друг другу мы скажем сегодня, когда глаза глядят в глаза и кружит нас вальс новогодний. Пусть Новый год скорей придет, он в двери сейчас постучится, и счастье вот-вот нам с тобой принесет. Новый год, Новый год, Новый год. Чего улыбаешься? Жилья много. Ты только не думай, что я тебя искала. А я и не думал. Мне просто показалось, что ты сам Руденко не найдешь. И времени у тебя. Ну вот и все. Поручение выполнено. Москву я показала. И даже прощальный вальс был. Не все. Бабушка! Что бабушка? У бабушки сегодня день рождения. А она мне строго-настрого приказала, чтобы я без нее, ну, без тебя, не приезжал. Правда? Правда? Я не могу, у меня сегодня выступление в клубе. Но она мне скандал устроит. Ваня, тут я! Ой, приехал все-таки внучек. И не один. С днем рождения. Ой, спасибо, дорогой. Поздравляю. Ой, спасибо, начальник товарищ. Так вы давно знакомы? Со вчерашнего дня. Хорошая знакомая. Нет. Мы только вчера познакомились. Вот я и говорю. Хорошенькая. Ну ладно, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Вот смотрю я на нее и себя узнаю. Вот такая же молодая я на этой станции первый раз флажок подняла. Не счесть, сколько поездов на Москву отправила. Ну, пойдемте, пойдемте. Проходите, гости дорогие. Проходи, дорогой внучек, родной дом. Проходи, говори громко. Какой здесь все маленький стал, не узнаю. Какой маленький все стал, не узнаю. Очень она мне нравится, бабушка, понимаете? Давно поняла, все поняла. Вот, с молодой приехал. Ты что вы? Ваня, ты что молчишь? Бабушка, к сожалению, вы ошиблись. Так надо, Ваня.
проходите, проходите, дорогие гости, вот сюда. Ванечка, проходи, да, сюда? Да, 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 вот. В родной дом приехал, да. Вы давно замужем? Мы не женаты. А-а-а, собираетесь? И не собираемся. Все мы не собираемся. Все мы тогда свадьбы говорили. Почему ты опять промолчал? Ну, пусть так думает. Внучек, дай стул, а ты подвиси. Давай, давай сюда. Ну что, что? Вот, садись. Все уж. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Спасибо. О, смотрите, какой вежливый. О, смотрите все. Видите, какой вежливый, внимательный, чуткой. О, правильно, правильно внучек сделал. А то стоит, Матрёна рассыпется. А чего это у меня рассыпаться-то? Я ее на полтора года моложе. Ладно уж, давай выпьем. За твоё здоровье. Вежливый, ничего не наливайте, скажешь. Наливайте, наливайте. Даже удивительно, у тебя и такой вежливый. Ух ты, а уж не такой, как твой прохвост. Что? А вот то! Да мой инженер! Вот твой инженер-то 5 лет назад у меня весь белый налив обтряс. Я сама видела. Видела. Да. Надень очки. Вот попался бы твой внук моему внуку, будущему милиционеру. Ну и да. Что? Чего? А то говорит, у меня внука нет. Ну как такой нет? Видите? Вот он сидит. Смотрите какой. Смотрите, хорош, а? Хорош, хорош. Вежливый, красивый, не пьющий. Слыхала, какой я? Она еще половину обо мне не сказала. Слушай, она тебя так полюбила. Угу. Если бы я не знала, что она не твоя бабушка, я бы подумала, что твоя. О, мой тушеница! И посмотри, какая красавица! Если ты сейчас... Если ты сейчас же не прекратишь, я сейчас же уйду. А я тут при чем? Я тут бабушка. Ты же ей все время подмигиваешь. Я? Это тебе показалось. А твоего зову Хрыську никто и замуж не берет. Куда, куда, куда? Да ты сиди, сиди уж. Ах ты мой бубенчик. Бабушки, будете ссориться, заберу. На 15 суток их. Ну, вам нужно в мире жить, вы же соседи. Бабушки, танцуем? Давай. Одного я тебя простить не могу, что ты нашу дружбу позабыла, уезжать собралась. А что, взяла в Москву да уехала? А что тебе здесь, не Москва? Раньше-то отсюда Петр Первый целые сутки до ГУМа на коне скакал. А теперь только час на метро. Ох, нет, нет, вальсочек. Ой, Матрёна, ты как разошлась. Смотрите, смотрите, Матрёна, ты как разошлась. А мне в Москву пора. Правда? Да. Бабушка, нам пора. Ну что ж ты, внучек дорогой, и не побыл совсем. Ну так получается. Как же это так? 100 лет не виделись, а ему видели, пора. Заявился как красное солнышко и на тебе. Одолжение сделал. Что же, опять бабушку бросали? А между прочим, тут твоей бабушке все помогают. А я вот, крыша у нее протекала,
так текущий ремонт. А вы берегли, я вся перемазалась. Потолок белили, ведро на голову свалилось. Вот он пусть нам срочный ремонт сделает. Хоть мы через месяц вон в тот небоскреб переезжаем. Ты что же, у вас так все плохо? Вы даже месяца не продержите. Да у нас все хорошо, но на твое воспитание мы ни краски, ни гвоздей не пожалеем, правда? А ну пошли ко мне, дрова поколешь. Да погоди ты. Пошли. Погодите, соседи дорогие. Он же ко мне отдыхать приехал, мой внучек дорогой, а не работает. Слишком он у тебя дорогой. Так да. Ваше дело теперь сторона, бабушка. То есть как это сторона? Так мы его сейчас трудом воспитывать будем. Оля, подожди. Вот теперь я поняла, почему ты мне соврал, что это не твоя бабушка. Ты же боялся, что тебя соседи передо мной опозорят. Ты что, мне не веришь, что ли? Оля, дорогая, ненаглядно, неповторим. Ой, не слушай ты меня, Оля! Да я никогда не вру! Соврал только сегодня! И не жалею об этом. Спасибо тебе. Хороший ты у меня. Эх. Играй, марш строителей. Раз так, давайте гвозди, краски. Будем работать. Да раз так не надо. Мы-то пошутили. Мы ведь думали, ты откажешься, белобрысый. Тебе и так досталось. Оля! Оля, погоди! Оля! Оля! Не внук он мне, бабушка. Не выгораживайте его. Оля! Перестаралась я. Это я во всем виновата. Ну что вы? При чем тут вы, бабушка? Если она мне не верит, так зачем же все? Вы все равно позвоните в отделение милиции. Она вам обещала точно, железно помочь. А мне здесь хорошо, я никуда не поеду. Это я с Матрёной поссорилась. И в горячах я все наговорила. А теперь мы помирились. И теперь она мне побоится грубить. У меня внук-милиционер. Что у вас? Внук тоже милиционер? Да нет, это я тебе. Ну-ка, бабушка. Дайте-ка мне адрес. Я с ним сам поговорю. Да нет, у меня внук никакого нет и не было. Ты уж извини. Как нет? Так, так уж и нет. Совсем? Совсем. Вот кроме тебя, Матрёны, и вот все хороших людей. А ты, когда будешь здесь, заезжай, а? И большое-пребольшое тебе спасибо. Передаем по просьбе нашей радиослушательницы из города Ростова-на-Дону Марии Петровны Михайловой. Виноват? Сам знаю, что не там стою. Очень тороплюсь. Что-то не получается. Да нет. Вот эту музыку одна моя знакомая очень любит. Можно послушать? Конечно, слушай.
Ты знаешь, тебя как зовут? Юра. Ты знаешь, Юра, вот я уже больше 20 лет на свете прожил. А только сегодня понял, что нет ничего страшнее, когда тебе не верят. Ведь я к ней со всей душой. Как зовут? Иван. Иван? Да нет, ее. Да уж, теперь все равно. Тает снег, течет вода. По земле весенней для кого любовь беда? Для кого спасение? На лицо ложится тень от сомнений разумных. Для тебя я будний день, для меня ты праздник. Ну, куда ты меня тащишь? Тут безвыходное положение. Запомни, каждое безвыходное положение надо превратить в такое положение, из которого есть выход. Для меня вперед. Праздник. Мне бы все тебе сказать, да мешает робость, хоть смотрю в твои глаза. Между нами пропасть, что становишься чужим. Сердце знать не хочет, ах, совсем-совсем другим. Ты мне снишься ночью. Снишься ночью. Тает снег, течет вода. По земле весенней. Для кого любовь? Беда? Для кого спасение? Лена! Ее подружка! Иволгин! Товарищи! Сегодня у нас в гостях летчик-космонавт. Мы все вас приветствуем с удачным возвращением на Землю. Юрий Петрович. Какое же самочувствие. Наша земля из космоса красивая. Ваш любимый вид спорта. Девочки по очереди. А каков был апогей и перигей вашего полета? 210 и 240 километров. А вот что самое главное в отношениях между двумя людьми? По-моему, доверие. Вот я сегодня познакомился с очень симпатичным человеком. Он сказал мне, что ему не верит его девушка. Я так понял, что они любят друг друга. Вот я посторонний человек, а поверил сразу ему. А коли любишь, тем более, надо верить. А сейчас выступит воспитанница коллектива нашего завода Ольга Потапова. А бабушку, Петр Семенович, я усыновлю. Ваня, не волнуйся. Бабушку я удочерю. Давай вместе! Оля! Оля, я тебя везде ищу. Идем скорее на сцену. Твой выход. Подожди! Но у меня через полчаса самолет! Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я слушаю.
душою твоей. Но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только сразу это не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою, придет как ливень, как метель, все заслонив вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. И может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну иначе и стану трещими слова. Лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще.